Танец – это самый древний и богатый вид искусства. Очень интересный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный заряд. Погрузиться в этот мир, прикоснуться кончиками пальцев к душе народов России вам помогут в танцевальных студиях «Россияночка» и «Акцент». 20 мая в Центре детского творчества прошли отчетные концерты двух замечательных коллективов. Ежегодно юные танцоры выносят на суд зрителей свое творчество и новые хореографические постановки, собирая полные залы. Воспитанники танцевальных студий занимают активную жизненную позицию, являются неизменными участниками районных и городских мероприятий, активно участвуют в конкурсной деятельности различного уровня. «Россияночка» – это благородный мир красоты, грации, физического и духовного совершенствования, что все они и доказали на своем отчетном концерте под названием «Танцуем вместе». Это итог работы за весь учебный год. Сегодня мы покажем нашим дорогим зрителям, как старые танцы, полюбившиеся как детям, так и зрителям. Ну и, конечно же, будут новиночки. Какие эмоции перед концертом? Ну, эмоции переполняют, дети волнуются, я волнуюсь как руководитель. Но думаю, что все у нас получится, и мы зажгем. При подготовке к отчетному концерту была проделана большая работа. Движения оттачивались не один месяц, продумывались костюмы, реквизит. И вот он, долгожданный выход к зрителю. Час пролетел незаметно, как для участников, так и для публики. Безусловно, главными ценителями и поклонниками этого творчества являются родители. Ведь именно они постоянно выслушивают признание своего ребенка в любви к коллективу, наряжают на концерты, а потом с замиранием сердца смотрят на их звездный час. Как правило, на отчетном концерте новый танец, который мы не видели, не видел его еще никто из зрителей. Поэтому мы очень ждем вот нашу группу, в частности. Вот. Эмоции переполняют, мы к этому идем целый год, готовимся, шьем костюмы, настраиваемся морально. Поэтому ждем с нетерпением своих детей на сцене. Спасибо нашему руководителю за то, что она вкладывает огромные силы в наш коллектив. Ей творческих успехов, а нам возможности и желания. В процессе занятий в танцевальной студии «Россияночка» дети приобщаются к фольклорно-танцевальному богатству России, постигают премудрости основных движений детского, эстрадного, народно-сценического танца. Здесь они находят свой мир, в котором новые друзья и эмоции. Мы на позитиве, у нас все клево, мы думаем, у нас все получится. Все было очень серьезно, мы упорно работали, упорно старались. «Россияночка, вперед! Нас всегда победа ждет!» Один яркий концерт сменился другим. На суд зрителей вышел также уже всеми любимый ансамбль танца «Акцент». «Акцентята» – так называют себя воспитанники коллектива. Они являются участниками и призерами большого количества конкурсов и завоевывают сердца публики из других городов. Для многих участников жизнь в ансамбле – это не только способ приобрести гордую осанку, легкую походку, прекрасную фигуру, но и стиль жизни, возможность проявить свои способности, развить свой талант, найти друзей и себя. Все это видно даже из зрительного зала. Ну, во-первых, я хочу сказать, что у нас прибавился наш коллектив в этом году, то, что у нас пришли взрослые ребята, и поэтому подготовка была очень такая, как бы, сильная, как бы сказать, такая... веселая, эмоциональная такая, да. Вот. Ну, надеюсь, что зрителям понравится у нас все. Вот. В общем, мы старались. К себе кого-то хотите еще призвать? Ой, очень хочется, конечно, чтобы у нас в коллективе еще появились и девчонки, и мальчишки. Вот. Ну, желаем этого, конечно, очень. Отчетные выступления подошли к концу, но они всего лишь поставили запятую в этом творческом году. Руководители с нетерпением ждут новый сезон, а также талантливых и активных ребят с огромным желанием найти себя и увлечение по душе. Виктория Семенова, Виталий Узгринькас, Юрий Пашин, телеканал «Фурманов ТВ».